Всем привет. Виднеются ихние полоски вон. Смотрите. Не знаю, видно, не видно, но вот, смотрите. Ну, я думаю, видно, да, вон, как размалевали все. Все небо вот так вот летали, летали и распыляли вот эту заразу. Вчера вот с той стороны больше было, а сегодня вот с той стороны больше. Не знаю, может, у них там какие-то поправки к ветру, там, чтобы ветер именно, смотря в какую сторону ветер, ну, чтобы больше людей дышало этим, наверное. Кстати, сейчас посмотрим на флайт-радаре, может, что-нибудь есть. Итак, вот зашел я на флайт-радар, уже это другой сайт, смотрите, вот, то был флайт-радар с, а сейчас флайт-радар. На том почему-то карта не прогружалась, а вот на этом карта отлично прогружается, вот, и тут сейчас ничего нету, хотя там небо расчерчено все. Видите, эти самолеты тут вообще не фигурируют, вообще ничего нет. Вчера вот здесь вот больше было. Вот тут вот. А сейчас вот здесь вот. И тут почему-то не фигурирует. Ну-ка, если на Flight Radars, вот как на вчерашнем, попробуем Flight Radars. Во, вот этот был. Flight Radars 24. Ну-ка, посмотрим. Может быть, на этом покажется. Вот, смотрите, сейчас вот здесь вот есть самолет, вот тут вот. Это вот как раз вот здесь вот Хайфа находится, а вот здесь вот чуть правее. Тут вот мы видим сейчас какой-то самолет. Вот, делает петли. А вот на флайт-радаре не было. Вот, смотрите, смотрите. Смотрите, что творит. Тоже блокит, и смотрите, что. Вы только посмотрите, как он расчерчивает сегодня у нас линии. Смотрите как. И сейчас как куда-то, похоже, улетает. На дозаправку, наверное. Вот. Так, что тут про него пишут? Тоже все заблокировано, заблокировано. Млад. Какой-то млад. Вот так вот. Сейчас уже думал все, а сейчас смотрю из этого окна вон то же самое. Только что вот летали. Туда-сюда, видите? Что-то последнее время, вот вчера-сегодня, распыляют как никогда. Вообще. Сейчас я решил еще раз зайти на сайт Flight Radars. И вот сейчас мы видим вот здесь вот, прямо над городом, вот тут вот, какой-то самолетик вот. И вот здесь вот два. Один вот туда летит, один сюда, вот тоже какими-то зигзагами. Тоже млад здесь. И здесь тоже млад. А вот на этом ДСБ. Ну-ка нажмем на него, если посмотрим. Это вот. Тоже блокет какой-то, это какой-то маленький какой-то, да? Вот. Это, видимо, какой-то военный истребитель, что ли, вот это. Вон, из Кипра летит, да? Похоже на военный, да? Вот этот. Ну-ка нажмем на него. Опачки, исчез. Так. А вот эти вот. Нажмем на этот. Это тоже заблокированный какой-то млад. И вот еще один, который тоже летает вот. Вот, вот этот вот очень много сейчас вот.
Короче, вот, они опять стали летать, похоже. Вот, сейчас вот этот, этот и вот этот. Вот такие вот траектории непонятные. Вот этот. Этот вот летел вот отсюда. И летит вот так. Время сейчас 16:48. Сейчас карта более-менее прогрузилась на этом сайте, хотя на том лучше. Ну-ка, давайте на том попробуем сейчас. Flight Radar. Вот на этот Flight Radar 24. Сейчас посмотрим, на нем будут видны эти самолеты. Да, вот этот вот виден какой-то один. Один какой-то, а там было три. Ну-ка, если я на него нажму, будет траектория видна? Здесь вот что написано. Тоже не особо что-то много тут про него и написано. И вот траектория вот такая вот. Вот отсюда. То есть это вот этот вот, который мы здесь видели. Вот этот вот. Это вот этот. Вот этот вот, а. Этот мы видим и здесь. И здесь вот он. А вот эти два видны только здесь. Так, тот исчез куда-то один, тот вот. Вот, на него нажал и тоже исчез. Что-то исчезли. Не знаю, как тут это все работает. Но вот сейчас они исчезли оба. Почему они исчезли? А, вот появился. Вот. Нажал на него, и вот траектория. Смотрите, вот он вот так вот едет, едет. Кругами летает. А тот второй куда делся, непонятно. Который здесь был. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Так, а вот в Ливане что за самолет? Ну-ка, нажмем на него. Ну, тут просто летит откуда-то. Он летит по-нормальному и все, без всяких этих фото. А у нас вот химтрейлы. Летят. И еще мне что кажется, вот если это вот такой маленький самолет винтовой, наверняка это ведь не он распыляет. Возможно, это какие-то летают просто так, а распыляют наверняка какие-то большие. А эти как для отвода глаз, может быть. Не знаю, потому что маленькие вроде бы. Хотя фиг его знает. Ну вот, смотрите, ну что это такое, блин. Ладно, всем пока.